вставать. Что ты опять с камерой-то? Слушай, я сегодня рано проснулся, и у меня появилась офигенная идея. Ты сегодня 24 часа проведешь в кровати. Что? Какой кровати? Совсем что ли? Так, готово? У тебя, как всегда, минута на сборы. Что? Всего минута? Время пошло! Бежим! Николай, погнали! Первое, что надо собрать, это еду! Не только для меня, но и для Николая! Бутылочка есть! Как же давно не было таких челленджей, я уже забыла, что я ем! Ох, колбаска! Аня, торопись, 20 секунд уже прошло! Как 20 секунд? Хлеб надо не забыть! Ой, сюда! Все, погнали! Надо не забыть про завтрак! Это я без этого вообще не могу! Так, моя любимая хлопья! И вот это вот сладкая штучка! Ух, сколько у меня еще времени? Половина уже прошло, Аня! Как половина? Вот так вот, просто легко и просто, половина есть. Сейчас, зайка, ты, наверное, в шоке. Мама сейчас все сделает. Тарелки забыла. Так, еще ложка. А вот, чисто, наверное. Мне точно понадобится ноутбук, без него вообще никак. Аня, 12 секунд. Одежда. 10, 9, залезай быстрее на кровать, 8. Yes, я успела, что взяла, что не взяла. Ну ладно, как-нибудь выживем. А, подожди, 24 часа в комнате или только на кровати? Только на кровати, конечно. То есть мне вообще даже вставать с ней нельзя? Нет. А как я возьму ребенка на подгузники? Ну, как-то будешь тут исхитряться, видимо. Ну что, ребята, всем привет! Я Аня, и ты на Дабл Бабл. И как вы уже поняли, сегодня 24 часа я буду жить на этой кровати. С моим маленьким сыночком Николаюшкой. Первое, что я буду делать, надо, наверное, позавтракать. Хотя нет, сначала лучше накормить малыша. Николаюшка, я тут! Ох, хорошо, что у нас кровать на колесиках. Не плачь, сейчас мама тебя возьмет. Ой, ну иди сюда. Иди сюда. Доброе утро, мой зайка. Как спалось? Мой сладкий Николаюшка. Ну давай, мама принесла тебе бутылочку. Будешь водичку? Ой, как нравится. Ой, как вкусненько. Ты мой хороший. Ну что, покушал? Кто этот такой маленький принц? Вот и какой красавчик. Будем покушал, настроение сразу хорошее. А теперь время мамочке покушать, да? Так, малышок, сейчас я твой стульчик достану. Полежи. Так, ну-ка иди сюда. Вот. И, малышок, сейчас у нас сядешь на стул. Да. Садись. Ой, да, сейчас смотри, какие игрушечки тут. Так, ты посиди, поиграй, пожалуйста. Мама тоже голодная, мне нужно покушать. Поэтому сейчас я усядусь в своих подушечках и буду завтракать под сериальчик. Эй, Алиса, подбери-ка мне новый сериал. Ничего, Настя, соберись. Вот это утро, обожаю. Внутри меня живет как бы 5 разных меня, и они все тянут меня в разные стороны. Я им имена даже дала. Богиня — это вообще в леопарде девица. О, прикольно! Тут у девчонки раздвоение личности! Это как у тебя после беременности. Перестань! Прикинь, у каждой личности свои интересы. Они хитрят, спорят и воюют между собой. Мне реально интересно, как это все в одной голове уживается. Хотя... И сеструха. А сеструха самая уверенная. Обожаю ее. Уволена. В смысле уволена? Ань, ну ты опять все деньги на сериалы свои сольешь. В смысле? У нас же подписка на Яндекс.Плюс мульти. Я думал, там только музыка. Да нет, там куча всего, кроме музыки. В том числе 1000 фильмов и сериалов на Кинопоиске HD. Да я там уже посмотрела. Рик и Морти, Обратная сторона Земли. А еще много скидок на другие сервисы и баллы. Кстати, ты можешь добавить до 3 человек и радоваться вместе с друзьями и родными. И это все за 299 рублей? Да, если у вас нет подписки, оформляйте ее по моему личному промокоду «Аня, соберись» и получите первые 45 дней бесплатно. Ну все, я погнала смотреть сериал и завтракать. Сыночек, ты как? Нормально, мама покушала. Давай с тобой поиграем.
Давайте сюда, маленький. Вот ты мой хороший. Ты такой хороший такой. Сейчас я быстро всю еду уберу и достану твой городок. Вот так вот. Вот ты мой хороший. А еду сложу сюда. Так, твои игрушечки. Вот они. Давай-ка поползли в городок. Опачки. А кто тут такой? Смотри, какой жирафик. Это Софи, и она пищит. Да, Николай, твоя любимая Софи. А здесь котик. Мяу-мяу-мяу. Котик такой нежный, ласковый. Мяу-мяу-мяу. Кто такая киска? Ой, какая котик. А тут кто у нас? Это лягушка-квакушка, и она жонглёр. Смотри, какая у нее пчелка тут вертится. Бжжжж. И квакушка ква-ква-ква-ква-ква. Ну-ка, карапузик, как ты переворачиваешься? Давай, опачки! Ой, ты молодец, Николашка! Молодец, мальчик, да? В общем, мы каждый день с ним так играем. Он очень у нас активный и просто обожает играть. Да, Николашка? Сейчас я его быстренько второй раз покормлю и уложу спать. Чтобы малыш хорошо спал, его нужно запеленать, а то он у нас будет себя ручками. Солнышко наше. Нет-нет-нет, все, перевороты больше не тренируем. И вторую ручку. Вот так вот, да. Кроватку сюда, ох, поближе. И ложимся спать. Вот так вот. Соска обычно его очень хорошо успокаивает. Вот это утро началось! Давненько я столько не проводила времени в кровати. Я даже еще маску не сняла для сна. Надо приводить себя в порядок. И заодно я хочу снять классный ТикТок. Надо отыскать свои тени. Сейчас ниточку возьму. Вы же все знаете, что я обожаю всякие бьюти-штучки. Поэтому сегодня, раз уж я на кровати, хочу снять какой-нибудь классный бьюти-перевоплощение ТикТок. У меня есть план сделать очень яркий и блестящий макияж. Блин, для ТикТока же мне нужен штатив. Где же его взять? Может быть, под кроватью он лежит? О, я же помню, Саша его там оставил. Опачки. Класс, вот это удача. Сюда. Я хочу снять, что я такая вся проснулась, потянулась, а потом пах-пах-пах, и у меня классный макияж. Первая часть готова, получилось очень даже ничего. Что, давайте краситься. За основу возьму голубые стрелки. Сейчас это нужно заснять на камеру. Следующим этапом делаем мерцающий золотистый блеск вот тут сверху, на веке. В уголках глаз я выделю рыжим цветом. И вот таких ярких блесток добавлю снизу по контуру глаза. Осталось нанести тон и сделать скулы. Губы я тоже хочу, чтобы сияли, поэтому самый блестящий блеск возьму. Сейчас Николай проснется, меня не узнает. Ну что, я готова. Осталось доснять мой ТикТок. Я быстренько монтирую все это дело, а вы смотрите результат. Ну что, результатом я довольна. Правда, я пока все это делала, так проголодалась, а кроме завтрака и конфет ничего не взяла. Быстро я очень собиралась. Блин, Саш, минуты не хватает. Идеи есть! Где мой телефон? Сейчас я буду заказывать еду. И что ты там собралась заказывать? Ты знаешь, я прям разрываюсь между пиццей и сушами. Спрошу вас в Инстаграме, что мне заказать, а вы голосуйте. Ребята, я сейчас 24 часа на кровати и очень проголодалась. Хочу заказать себе еды. Что лучше взять, пиццу или суши? Голосуй. Так, 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 голоса пошли. Больше за суши. Отлично, их и закажу. Пока я их жду, перекушу конфетками. Я как раз тут целая коробочка. Мне эту штуку подарили на Новый год, и я очень хочу распаковать и посмотреть, что там внутри.
О, сколько моих любименьких конфеточек. Ой, мармеладки. Фрутелка, ням-нямки. Вот сейчас я их перекушу. О, даже эта штука йогуртово все. Смотрите, какие красавицы. Тут, кстати, на пачке написано, что можно сделать цветной фонарик. Всего лишь для этого мне понадобится телефон и, соответственно, вот эта коробка. В крышке нужно продавить дырку. Пик-пик. На дно коробки я должна положить телефон с фонариком, накрыть крышкой и вот так вот крутить. Когда выключим свет, наверху должны появиться проекции. Вон, смотрите, облачко. А за ним месяц, елочка. Прикольно, блин, вообще офигенно. О, кажется, курьер звонит. Алло? Да, вы уже приехали? Хорошо, я сейчас подойду. Хотя, как я подойду-то? Мне же нельзя вставать с кровати. Надо что-то придумать, он уже здесь. Да, я не могу сейчас подойти к двери. Почему? Потому что я 24 часа сижу на кровати. Да нет, ну какой прикол? Это не прикол, я серьезно говорю. Хорошо, я сейчас что-нибудь придумаю, подождите. Думай. А, придумала. Я сейчас вызову свой робот-пылесос. Что? Да, и он доедет через коридор мне прямо сюда. Да-да-да, давай, двери к двери. Алло, алло, вы можете поставить прямо на пылесос? Да, ставьте пакет. Отлично. Класс, спасибо. Ну, что ты там встал? Давай сюда. Бежи. Ближе. Спасибо, друг. Круто, мой любимый суши. Неужели это сработало? Я просто... Сейчас я буду есть просто шикарные свои любимые суши. Капец, ты хитренькая. С тирянской морковкой. Вот они. Палочки. И соус. Очень вкусно сейчас мне будет. Главное, ничего не пролить. Очень жалко будет потом спать. И сюда поставлю. Отличный мини-столик. Вот это все мягкое. Так вкусно пахнут. Я просто обожаю суши. Спасибо, что за них проголосовали. Смотрите, сколько здесь авокадо. Такой толстый шматочек. А я ж просто обожаю авокадо и каждый день его ем на завтрак. И еще вот такой гениальный ролл в огурце. Делисимо. В общем, я быстренько наслаждаюсь своим чудесным ужином и буду будить малыша. О, как же я наелась! О, первый раз за день и так плотно! Как здорово! Ну что, мой маленький малыш проснулся уже? К тете такие пятки высунул. Смотрите на его пятоньки. Уже хочет встать, уже встает. Вот ты мальчик. Ну иди сюда к мамочке. Ой, ты хороший. Так, малыш, тебе надо сменить подгузник. Подожди меня здесь. А твоя мамочка дотянется до подгузничков. Давай, сынок, я тебя сейчас переодену. Волшебным взмахом руки мамочка быстро переодевает тебе подгузник. Ну что, Николай, сегодня у нас все-таки челлендж, поэтому мыться мы не пойдем. Давай укладываться спать так. Я тебя быстренько укачаю. Все, я выключаю свет. Ребенку надо засыпать. Фух, Николай уснул. А я сейчас быстренько поотвечаю на вопросики в Инстаграм. Кстати, вы там часто мне задаете много-много вопросов. И я веду прямые эфиры. Кто еще не подписан на меня, обязательно подписывайтесь. Самые главные дела на сегодня я сделала. Теперь мне хочется досмотреть сериал до конца и уже буду ложиться спать. Кстати, не забывайте про мой личный промокод «Аня, соберись». Ну все, всем спокойной ночи. И этот челлендж мне очень понравился. 24 часа в кровати – это просто нереальный кайф. Ставь лайк, подписывайся на наш канал и выбирай, какое видео посмотришь следующим.